27-летняя Наталья Водянова восхитила поклонников домашней фотосессии с 18-летним Лукасом Портманом. Российская модель позировала в своем роскошном парижском доме. Звезда побаловала фанатов новыми снимками с сыном-подростком. Лукас намерен пойти по стопам мамы и уже пробует свои силы в модельном бизнесе. Так, прошлым летом юноша принял участие в показе коллекции бренда Balmain. Сейчас молодой человек все чаще появляется на снимках вместе с Натальей. Сегодня они позировали в своем новом доме после посещения модного показа. Водянова примерила черный стильный свитер с высоким горлом от модельера Heron Preston с надписью «Стиль» на русском языке. Она также выбрала светлые джинсы с накладными карманами. Наталья продемонстрировала свою новую прическу, средней длины каре. Лукас отдал предпочтение стилю casual, надел кирпичного цвета футболку и черные джинсы. Молодой человек намного выше своей звездной мамы. В кадре он нежно приобнял ее. Наталья и Лукас решили показать, как выглядит разница между постановочными снимками для социальных сетей и необработанными живыми кадрами. На следующем снимке они весело позировали, кривляясь на камеру. Как в Инстаграм и как на самом деле. «Свеженький с показа», — сообщила Наталья. Поклонники отметили, что звезда продолжает молодеть и уже выглядит как ровесница своего сына. Они поинтересовались секретом красоты модели. «У меня дочь не узнала Лукаса и говорит, это Наташин парень. Ты выглядишь как тинейджер, боже мой. Ну как можно так шикарно выглядеть? Поделитесь лайфхаком, ну точно брат с сестрой, какие вы классные. Как погодки, как же вам повезло с генами», — прокомментировали фолловеры. Одна из поклонниц сделала шутливое предположение, как модели удается так молодо выглядеть. Объяснение только одно, она ведьма. Иронично высказалась подписчица. Водянова отреагировала на шутку девушки и ответила в аналогичном веселом ключе. «Не ведьма, а ангел», — возразила она. На днях Водянова показала нежный снимок с Лукасом, сделанный на веранде их нового дома в Париже. Накануне зимних праздников модель и меценат объявила о своей помолвке с французским миллиардером Франсуа Арно. Пара воспитывает 5 детей, 2 из которых родились от бизнесмена.